Считаете ли вы себя звездой ленинградского рока? Трудно считать себя звездой и работать в котельной. Кто вы больше, поэт или композитор? Я не считаю себя ни поэтом, ни композитором. Как это называется? Автор-исполнитель? Ну. Как вы относитесь к своим фанам? Вас греют, что они есть. Какое бы напутствие вы им сказали? Ну, конечно, это очень приятно, когда кому-то нравится то, что ты делаешь. Что касается напутствия, то не знаю. Я думаю, что это все можно услышать из песен.